Всем доброе утро, друзья. Время уже не утро, правда, 12 часов. С утра шел дождик со снегом. Ну вот сейчас погодка наладилась. И сейчас буду собираться выезжать в то урочище. Наконец-таки погодка дала нам съездить. Возьму самое необходимое с собой. Термос чая уже согрел. Перекусить что-то на обед. Лопатку. Металлоискатель. И все, наверное, хватит. Лишнее не таскать. Ночка сегодня, конечно, прохладноватая была. Утром аж снег пролетал. Так. Ну все, собрался, выдвигаюсь. Пожелайте мне крупненьких железячек, находок. И еще чего-нибудь интересненького. Все, погнали. Хрен, здесь не проехать. Надо искать другую дорогу. Решил и пройти сперва пешком. Потыкался везде на мотоцикле. Везде все затоплено. Дороги, завалы. Решил сперва прогуляться пешком. Проверить. Может, там вообще и смысла нету технику гнать туда. Здесь напрямки сейчас через болото. Старые карты показывают, что здесь дорога находится. Но что-то ей тут не пахнет даже дорогой. Ой, все завалы везде. Ладно, сейчас пойдем. Надеюсь, болото тут не сильно затоплено. Ну, поплыли. Надеюсь, потихонечку пройду тут. Оба. По кочечкам. Вроде еще оба. Полностью не оттаял, даже болтат. С собой ничего нету. Рюкзак 150 килограмм весит. Фух. Остановился он. Чагу нашел. Полкилошечка. Судя по навигатору, я стою на дороге. Так, вот столько еще идти. Я даже еще половину не прошел. Еще идти. И вот здесь вот. Блин, до хрена еще идти. Такой вот знатный кусочек. Ну, за эту неделю я точно на всех наберу чаги. Места дикие, чаги полным-полно. Тут, мне кажется, если бы не навигатор, я бы уже заблудился давно. Капец, тут помпасами брожу. Долбаные прогнозисты. Что-то затягивает. Не дай бог дождик пойдет.
меня с собой даже пленки нету. В лагере оставил, надо было взять на всякий случай, ё-моё. Понадеялся на этих синоптиков. Ну что, друзья, можете меня поздравить? Я добрался до этого урочища. Бензином почему-то пахнет. Вот, а в том краю оно располагалось. Здесь первые какие-то постройки, видимо, были. Фундаментные камни какие-то. Уже, видим, разворотили маленько. Здесь какие-то железные столбики. Начну, наверное, отсюда. Закопало маленько. Похожу сейчас здесь первый раз. Здесь какие-то постройки находились. Там даже вроде как еще полуразрушившийся домик остался. Потом дойдем, посмотрим, если там осталось, конечно, что-то от него. Кстати, там в комментариях спрашивали, что за инструмент у меня. Glow Fint 66 для металла. Лучше не придумаешь. Конечно, по монетам он не особо подходит, он не различает. Лучше какой-нибудь подороже брать для монеты. А если металлокопом занимаетесь, то Glow Fint вот эти вот очень подходят по металлу нормально. Их там 44-е, еще какие-то. Вот так вот. Ручка, правда, у них слабовато место. Отламываться постоянно. Ну а так, компактненький, удобненький. Можно с собой брать хоть куда. Перегруз. По сверху что-то. Вот такая вот сходу железячка. Не знаю, что здесь осталось. Буду надеяться, что здесь по монетам кто-то ходил. Видимо, что копано уже. Да, конечно, что. Вон проволочку такую медную выкапали. Вот такой вот здесь прудик. Что-то хожу, попадаются одни только гвозди. Пока что. Вон даже блоки какие лежат. Кирпичей много. Сейчас тут порыскаю. Тут дома, видимо, стояли. Самый основной этот участок. Ха, смотрите, как прикольно. Издалека иду. И сразу же напомнил, как будто бы ленивец какой-то на дерево лезет, обнимает деревце.
было бы мертвого дерева где-нибудь поближе, спилил бы, вырезал вот тут ручки, там голова у него, вот здесь голова. Интересненько так. Какой-то продвинутый жил в этом месте. Скважина даже у него. Труба, конечно, хорошая. Ну, наверное, здесь она и останется. Иду уже потихоньку в обратную сторону. Тот домик, который здесь оставался, походу тоже, пока вот когда пожары были, он тоже сгорел. Последнее, что оставалось в этой деревне, остатки домика. Ну что, друзья, поздравить меня не с чем. Кроме козьих какашек, опять ничего нету. Ну и вот нашел там 50 кг. Но из-за 50 кг сюда гнать, потом еще обратно, смысла нету. Так вот, такие вот козьи какашки каждый день. Блин, сезон начинается не ахти. Да, металл-то я знаю где. Но пока рановато еще туда ехать. Ладно, сейчас перекушу и буду выдвигаться обратно, а то еще не хватало здесь ночевать. Уже смеркается, дождик начинается. Хрен с ним. Сейчас буду знать за то, что здесь ничего нету. Уже не дергаться. Все, уже собрался, поел, выхожу. Особо снимать уже, наверное, не буду. И так, наверное, достал уже пустыми видео, ни о чем. Второй день без результатов всяких. Вот такой вот. Не знаю, след лисы это или нет. Ну вот я и в лагере. Капец, ноги гудят. Еще и промок. Там через болотину перепрыгивал. Оказалось глубоковато. Хорошо. Блин, весь грязный, сырой. Не знаю, думаю, до города что ли съездить. Сейчас даже костер не развести, посушиться. Капец, блин. На газовой горелке, что ли, сушить башмаки буду. Короче, решил я до города, сейчас буду выезжать весь грязный, сырой. Сейчас еще недавно только болел, сейчас опять простыну. Сейчас поеду отдыхать, наверное, день-два отдохну. Потом есть... По плану живицы надо набрать. Многие ждут живицу. Чаги набрал. Сейчас подсохнет, потом сообщу в роликах. Всем счастья, здоровья. До новых встреч. Пока, ребята. О, блин, рюкзак тяжеленный.